записке было сказано, если энергоприбор опустится до нуля, то официально принимает смерть от Чебурашки. Такое чувство, что это какой-то повелитель. Ты серьезно, ежик? Ушел. Где ваш тигр? Тут случилось. Такая музыка, бессовестная музыка. Бессовестная. И всем привет! Сегодня будем играть, продолжить. Знаете, во что? Правильно, 5 ночей у ёжика. Это уже вторая серия, да? Вы на канале Пустричану. Сегодня мы пройдем вторую ночь. Да. Давайте нужно продолжить. Да, вторая ночь. Рука опять это. Послушаем этого телефонного парня. Привет! Поздравляю, ты все-таки ответил на мой звонок. А это значит, что ты жив. Ты знаешь, у меня своя теория по этим игрушкам. Например, то, что игрушки неспроста же стали живы, да? Может, каким-то магическим проклятием их заставили стать живыми. А че, меня хоть нанимай детективом. И знаешь, я очень люблю котиков. Поэтому я тебя прошу, хоть и этот кот не мой, если игрушки все же будут лезть к коту, то защити его как следует. Окей. За это я даже могу охотиться. Надеюсь, что тебя кто-нибудь когда-нибудь встречу. И кстати, ты, наверное, был в шоке, когда я тебя не предупредил. Надо заряжаться энергоприбором. Да, ибо да. По записке было сказано, если энергоприбор опустится до нуля, то официально принимает смерть от Чебурашки. Такое чувство, что это какой-то повелитель игрушек прислал мне это. Ну хорошо. Раз уж много информации об этой ситуации, я этот листок не буду отдавать в полицию. Я попробую сам разузнать, откуда это письмо. Ну ладно, спокойной ночи и удачи. Ёжик. Ой-ой-ой-ой. Что? Как? Это ты, что ли, кот? Этот котяра опять мне отключил свет. Ой, включил свет. О, здрасте. Ну ладно, спокойной ночи и удачи. Ой-ой-ой, ёжик, пока. Ну вас... Вы ты серьезно, ёжик? Здрасте. Ну ладно, спокойной ночи и удачи. Иди. Иди. Ушел. Ой-ой-ой, нет. Ты уйди. Чебурашка тоже. Как там тигр? Нормально. Наша далеко. Ой-ой-ой, забыл всем завести тут энергию какую-то. Ну! Кот! Это игрушка-котик. Вообще офигел. Ты не обнаглел? Угу. Не-не-не. Короче, ежик опять разговаривает с нами. Может, конечно, конечно, ежик. Эти дураки. Ой-ой-ой. Ушел этот, короче, ёжик. Так, 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 так. Я слежу за тобой, Чебурашка. Иди, уйди, Чебурашка. Ушел. Где ваш тигр? Тот тигр там, понятно все. Коты, не шумите. Непослушные коты у меня там. Так. Так, заряжаем энергию прибор.
Зачем ты отключил меня, блин? Свет. Ой, ёжик. Колючий ёжик. Пришёл. О, нет. Не смешно. Очень не смешно. Что? Ах ты, кот. Знаешь, что я с тобой сделал? Он не знает, но узнает. Так. 5:30 час. Пока что выживаем. Ой-ой-ой. Нет. Ушел. Отсюда. Сказал. А нет, не надо. Я точно не пришел. Вот это ли... Не, пришел все-таки. Кот пришел. Игрушечный. И тут холодильник открыть. Что это такое? Что это за был смех? У меня что, галлюцинации пошли? Ты видишь, у меня уже галлюцинация отлично. Какого-нибудь галлюцинация в таком работе? Уже 16:00. Так круто. Попробуй. Друг, нет. Чего такие шустрые? Тут легче стало, потому что, ну, этот создатель этой игры, видно, баги исправил. А то так, что раньше было очень тяжело пройти вторую ночь. В старом версии. Так, где у меня? Где мой 5:00 утра? Я не понял. Позади лишь ты. Так, почему никто не пришел? Окей. Шкатулка. Что тут? Там музыка. Перевелась, включилась. Дурацкая музыка, бессовестная музыка. Ушла эта бессовестная музыка. Ёжик пришел. Ой-ой-ой, нет. Ушел. Тут пока что вторую ночь не нормально двигается, могу сказать. В этом серии мы пройдем вторую ночь. Еще, наверное, будет, скорее всего, не игра какая-то. Ура! 6:00. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что это за мини-игра? Что там за носок в картинке? Типа, чувачок шоу-шоу, взял книжку, почитал там немножко, и потом его напугал ёжик. Что? Вау, хорошая мини-игра. Мы в этом серии прошли вторую ночь, уже будем заканчивать, конечно, еще мини-игруху. Посмотрели необычную. Ну что, всем пока-пока, подпишитесь на мой канал, вы уже знаете почему, потому что я стараюсь, и часто выходят мои ролики, да, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие видосики и стримы, конечно, тоже, но не редко, но ничего страшного, ставьте много-много лайков, и пишите комментарии, будет интересно мне почитать, и всем пока-пока, до следующей серии, пока-пока.